Вот эта кормушка сделана новая. Вот ухаживает он за молоденький совсем. Малолетку. А это вот я сделал. Видишь, он сразу топчет ее. Поймал его вручную, думал, ночью в темноте. Сам он, видать, его. Все, вот этот вольер сделал. Вот он какой. 1,5 метра на 1,5, наверное, или на 1,20 м. Ну и высоту 1,20 м. А этот пришел сбивать его, чтобы не топтал ее. Ага, попасть-то не может. И там вода. Вот здесь в тазике зерно и семечки. Ну, голубка вот эта, вот она еще слаба. Ее задолбили. 3 жениха за ней. И каждый норовит в голову клюнуть. Жестокосердный. А. Пошел искать дыру туда зайти. Нет, брат, не зайдешь. И оттуда не выйдешь. А вот видишь, какой красный. У нас называется палевый. Это мы пришли в церковь. А вот тут у меня песок и соль. А там гнезда. О! Сколько-то? Ну, 28 примерно. Много погибло. Теперь что выяснять? Сегодня должно быть 15 должно быть. Июня. Суббота. А вот он ей крылышком подманывает ее. Это она самка, а это он трясет крылышками. Самец голубь. Я его думал ночью как, а тут днем поймал. И туда сразу закинул. Все, теперь это будет семья настоящая. Поставил там гнездо, сено, солому натолкал, вода. Ну, думаю, что тут жить можно. А это Коряковца взял. Надо немного там, до половины, чтобы доходило. Они разбрасывают. Ну, сильно ты не разбросишься. А тут вот доска с двумя краями. Сейчас я покажу ее. А это вот большие тюряки. Ну, по 4 ведра почти входит пшеница. А их у меня 24 тюрюка. Кроме того, пшеница, где дается поесть, это вот висит, она висит на проволоке. А чтобы голуби, когда летят в проволоку, не ударились, привязываются вот такие вот срезы. И вот здесь кормушка, там у меня пшеница, вот она. Вот, и тазик другая тоже, вот один тазик и та же нора растянута. Ой, ой, так я доволен, что она его приняла. Все, пошел. Порадуй Володю, что ночью не ходить. Вот они как. А там сидит малыши у нее. Последние гнезда. Это все гнезда. А вот большие бочки, полные зерном. 3. Там их 4. Все. Слава тебе, Господи. Слава тебе. Ну вот, чтобы видно было. Вот.
открываешь, это зерно пшеницы. Игорь дал. Это мне ликероводочный завод Роберт Робертович Пальталер дал. Что там у них было, я не знаю. А вот пятилитровки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 15 здесь и здесь. Два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И здесь 17. Это уже 8 или сколько бутылок, банок этих пустые. Тоже работа. А вот та сидит, все время не вылазит. Голова одна торчит. Вот она. Это значит, у ней там гнездо. Малыши. Вот они. Гули, 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 гули. Пить идет. Вот они. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Тазик. Раз голову сунул, чтобы туда не оправлялись. Это лист железный лежит. И сверху придавленный. Ну там бетонный кирпич. Гули, 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 гули. Вот они где. Тут много у меня такие дикари называются. Когда они есть, тогда вертлячки нет. Вот как-то я это дело обнаружил. А вот эта доска, я говорил, вот она как сделана. Она широкая доска, а по краям прибиты бортики. Вот они. Бортики небольшие, там сантиметр по сантиметру по полтора. И вот так вот идет до настоящей кормушки. А вот этот ногу потерял где-то. Одноногий прозимовал. Вот как. Все, напился. Семью не заводит раскалекой. Вон он как пошел. И там он в дальнем конце прихорашивается. Вот они где. Ну, слава тебе, Господи. А Шарик Лайт знает, что мне спускаться, и чтобы было безопасно. Он как будто бы понимает, что это опасность. Вот они где, мои хорошие, а? Вон он где и севей-то. Ой, ой, Шарик, пойдем, Шарик. Пойдем. Шарик, лает, чтобы я не упал. А это Езра на руках. Сейчас, сейчас слезу, слезу. Так. Ну, Володя, там что там, машина. Все еще картошку не садили. 15 июня. Непогода. Вон, смотри, несет что. Гляди. О! Его не прижимай, он прижимает себе, испачкается. Зачем же дал ему такую? Ну она грязная. Видишь, дымная такая. А он ее еще знает, ребенок. Дрова. Все, пока.